Я не пойду в школу. Тебе не здоровится, детка? Я здорова, ничего не болит, со мной полный порядок, но больше я никуда не выхожу. Вопросы есть? Ты чем-то огорчена? Я не огорчена, я весела и беззаботна. Целуй малыша! Заткнись! Прекрати орать! Да, мэм. Да, тебя что-то беспокоит, дураку понятно. Как самокритично, зятёк. Все хорошо, папа. Не думай, что самые сокровенные тайны души можно выразить словами. У всех растут хвосты, а у нее нет. Что, разве я ошибся? Коротышка. Хватит! Дети, не шалите! Папа! Папа! Шарлин, если закричешь брата, накажу. Пощады! Сюжет обхнявила. Надо принять душ. Послушай, Шарлин, у меня хвост вырос у последней в классе. И это ничуть не помешало мне окрутить нашего папу. Дело не в хвосте. Мне плевать, какой у меня хвост. Да. Правильно, даже самые длинные роскошные хвосты со временем становятся такими. Господи, уберите эту мерзость! Что делать, если в классе у меня единственный остался мини-хвост? А? Я виновата, что мальчишки смотрят лишь на хвост. Милый, ты недооцениваешь мальчиков. Да, мы все такие примитивные. Подписавшись на журнал «Спортивный ящик», вы не только узнаете о спорте все, но в конце года получите спецвыпуск «Хит-парад хвостов». Силикон, настоящие хвосты не торчат.